чего хотели. Так, сейчас это чек на общей стоимости всего лишь 12 евро 68 центов. Вот. Ну, начинаем. Значит, это мы купили бискотти или такие вот пироженки. Они в основном в Италии их едят на завтрак утром с кофе. Здесь 252 грамма. А сколько штук их, даже и не знаю. Это мы первый раз купили, извините за такое освещение, потому что у нас сейчас уже вечер. Они по акции стоят €26. Потом мы купили вот такой вот фарш говяжий, тоже по акции. Здесь 2 евро 64 цента, 278 грамм. Также здесь у нас салями. Салями стоит 2,23, 140 грамм. Сейчас вам покажу. Извините, видео снимаю первый раз, я не понимаю, как это все хорошо получается. Вот такое вот небольшое. Итальянская колбаска. Дальше мы купили синьки. Меланзаны на итальянском называется. 81 цент. Одна штука. Груши итальянские. 66 центов. Здесь всего две штуки. Потом томатную пасту. Тоже она там стоит 69 центов. Вино итальянское, также такое не очень дорогое. Регион Фрускати. Мы здесь недалеко живем, поэтому это местное нам нравится. И это все. Еще шампунь купили, которая уже ушла. В следующий раз я постараюсь снять, когда мы делаем закупку на целую неделю. Там порядка 100 евро, грубо говоря, и больше продуктов намного.